Добрый день, меня зовут Людмила Зайчкина, я стилист. И добро пожаловать на обзор новинок в салоне «Саламандр», который сегодня мы ведем из торгового центра «Город». Поехали! Во всех салонах сети «Саламандр» сейчас продается новая коллекция, коллекция «Весна-лето». Выполнена она уже из очень светлых оттенков, белых, пастельных. И, на мой взгляд, соответствует всем тем трендам, которые сейчас присутствуют в современной моде. Одна из актуальных моделей на это, которую я хотела бы порекомендовать, это вот такие сандалии на плоской подошве. У них квадратный мыс, но при этом краешки чуть скруглены. Это очень женственно и красиво смотрится на ноге. И также деталь, которую тоже я очень люблю, это вот такой ремешок, который крепится на щиколотке. Тоже очень женственно и красиво смотрится. У этой пары есть еще вариант в белом цвете. На этот раз уже со светлой фурнитурой, тоже очень красивая версия, которая классно смотрится на загорелой ноге. И носить подобную модель я рекомендую либо с мини-юбками, либо широкими брюками палаццо, либо с летящими платьями. Если в вашем гардеробе и так присутствуют уже базовые модели, то я рекомендую на лето добавить одну акцентную модель, например, как эти сандалии. Они ало-красного цвета, выполнены из лакированной кожи с очень красивой фурнитурой в тон. Я думаю, что они при этом еще безумно удобные. И есть еще вторая версия. Она выполнена в молочно-белом оттенке, тоже с фурнитурой в тон. Очень красивая. Она чуть более базовая, чуть более спокойная, но при этом очень элегантная. Современный гардероб сложно себе представить без белых кроссовок, но мода на них тоже меняется, модели меняются. И в этом сезоне очень классно носить вот такую ретро-модель. У нас она выполнена с перфорацией, вот с такой прорезиненной обязательно подошвой, чуть контрастной, и есть замшевые вставки. Ну а для девушек, которые не любят контрастные сочетания в одежде, подойдут более мягкие оттенки, которые, например, представлены в этой модели. Здесь цвета кофе с молоком, серый, очень нежное сочетание, и я уверена, многим девушкам подойдет. И еще одна принципиально другая модель кроссовок. Это так называемые широкие кроссовки. Подошва у них, обратите внимание, расширяется к низу с одной и с другой стороны. Это устойчивая модель. И я рекомендую ее носить с образами в спортивном стиле, с широкими спортивными брюками, широкими джинсами, а также с джинсами модели Mumfit. Те модели обуви, которые мы рассмотрели с вами сегодня, безусловно, базовые для весенне-летнего гардероба. Ну и он бы остался незавершенным, если бы не балетки. Их я тоже рекомендую добавить. Наши коллекции, они выполнены из вот такой нежно-бежевой замши. Мне очень нравится то, что этих балеток модный, чуть скругленный, при этом квадратный мыс. И есть очень нарядный каблук, он глянцевый, бежевый в тон, очень красиво смотрится. И я рекомендую носить такие балетки с леггинсами, с любыми луками, в которых присутствуют леггинсы. Вторая модель балеток, она чуть более спокойная, мягкая форма мыса. Тоже нарядный каблук, и они выполнены на этот раз из кожи в молочно-белом оттенке. И я уверена, что многим девушкам в гардеробе они точно так же дополнят базу. Для весенних и летних образов я рекомендую добавить в гардероб хотя бы одну светлую сумку. Это может быть молочно-белый оттенок, либо вот такие красивые пастельные оттенки, как представлены в коллекции. Обратите внимание, что из моделей сейчас актуальны это сумки-шопперы. Они очень вместительные, удобные, либо вариант вот таких вот клатчей. Конечно же, внутри прячется ремешок, вы можете носить ее через плечо, но мне нравится держать сумки в руках. Вот такая у нас замечательная коллекция сегодня в обзоре. Оставайтесь с нами и до новых встреч!